Привет! Сегодня мы отправились в Джилысу с последующим восхождением к северному приюту на 3700. Да? Да. Подходим к нижнему базовому лагерю. Сюда, да? Подходим. 3 метра, для тех, кто знает. Как будто кто-то там живет. В смысле? Базовый лагерь выглядит как маленькое горное поселение. Людей нету, палаток нет. Видимо, сезон закончился. Все разъехались. Да? Заборчик строят. Ну, в общем, коровы теперь будут реже приходить. Забор основательный. Как говорят в этих местах, дальний. Иди вперед. Нет, мастер спорта по альпинизму мне говорила, что нужно вперед пропускать тех, кто планирует отставать. Ну это в группе, а нас двое. У нас группа из двух человек. Если тебе от этого станет проще, я руководитель группы. Я знаю, что делать. Я так уже делал. Как-то. Давай. Ребята из МЧС уходят. Некому тебя будет спасать, если на тебя нападет. Медведь? Я на тебя нападет. Ну почти медведь. Нет. Пришли к аэродрому. Первый значимый чекпоинт в сегодняшнем маршруте. Расширим ареал питания Зины на Джилысу. Да. Дальше базового лагеря Зина не ходила. А еще есть традиция ходить через аэродром босиком. Поэтому я разулся. Зина нет. А я традицию не поддержала. А недавно Анна Ракета выкладывала у себя в сторис информацию о штольнях и отвалах горных пород в этих местах. Если я правильно понял локацию, то это здесь. Аэродром как раз и использовался немцами во времена Великой Отечественной войны, чтобы доставить сюда геолога, разведку и оборудование. Анни Аненербо
поиски Шамбалы и Георгий Иванович Гурджиев. С другой стороны, логика и факты никогда не мешали чистой и искренней веры. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет в самом деле? Почему мед так нравится ему? Зина, как дела? Снежничек, оставлю следы. Ай, эти снежного человека. Ну, может, кто сегодня пойдет еще этим маршрутом, увидит следы босоногих людей. Вот удивится. Истории рассказывать будет. Может быть. А может быть... Ой, и нет. Уже совсем рядом с каменными грибами. Думаю, самое время одеть наушники и включить какую-нибудь психоделическую музыку. Сегодня хорошенько зайдет Stoner Rock. В общем, есть история курильщика. Я тебе рассказывать не буду. Расскажу историю геолога, грибника, любителя грибов. Я пойму. Я тоже люблю собирать грибы. Так вот, история эта гласит о том, что когда-то давно-давно здесь был ледник, который спускался с Эльбруса. И с потеплением ледник начал таять и в какой-то момент стал ниже этих камней. Продолжая спускаться, он вымывал и протачивал нижнюю часть камня и не трогал верхнюю. Так у камней образовались шляпки и ножки. Я не уверен, что это видно на видео, но прямо бештал.
видны его три вершины. Поэтому люди, которые сейчас смотрят с вершины Бештау на Эльбрус, могут увидеть наш привет! Привет, люди, которые на Бештау! Привет! Привет! А у нас есть вода. Вышли к лунной поляне, остались считанные сотни метров до нашей цели. Как бодрость духа? Время 4 часа. Высота 3570 метров. Мы не дошли 100 вертикальных метров, но уже критическое время, когда нужно поворачиваться и спускаться вниз. Поэтому мы засунули поглубже мои амбиции сегодня дойти до 3700 и идем вниз. Да? Да! Да. Пять часов ровно, закатное солнце отражает лучами на том плато. Не знаю, как называется. Идем? Ну, пойдем. Скоро должно быть темно. Но у Зины есть фонарик. Маршрут занял 10 часов 22 километра и 1200 метров перепада высот. Мы вернулись к машине и поедем сейчас домой. Времени без 28.